hippie infestations, cat piss huffing, guinea pig attacks. Ебать, у вас тут весело так-то. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купленов Плей. Я только совсем недавно проснулся, а значит, что пора. Пришло время убрать с экрана мышку, это во-первых, а во-вторых, продолжить наше путешествие по South Park. По South Park, в игре South Park Stick of Truth. Мы напоминаем, что... Заебись, чувак, ты, по-моему, мент. Смотри, короче, берешь лопату, опускаешь ее вниз, чуть проводишь вперед, поднимаешь вверх. В итоге этих телодвижений у тебя на лопате окажется снег, и ты идешь его и выбрасываешь, чувак. Не-не-не, не в ту сторону лопату поднял. Опускай другим концом. Во, давай-давай, пониже. Ну давай. Пониже, блядь. Какой-то ёбнутый полицейский. Всему тебя учить надо. Опа. Привет, чувак, стой! Ты куда? Ты кто? Ты где? Пошли со мной. Мне нужны лучшие, чувак, ты относишься к лучшим? Пойдем со мной. Не бойся меня, чувак, пойдем. Пойдем, сука. Во, смотри. Ха, молодец. Так, держи. Смотри-ка, я научил его. Чувак, выбрасывать в другую сторону надо, тебе потом там опять придется его нести. Работай. Работай, сука. А вы говорите, что тяжелые физические увечья никак не влияют на работу. Вон, прямой пример. Чувак, я сказал тебе, работай, блядь. Работай. Работай, нигер. Ладно, хуй с ним. Так, давайте-ка исследуем карту. Бритоголовый, плачущий чувак с очень напряженными бровями. Мы спасли его недавно совсем в тюрьме. Теперь он наш друг. Карта. А мы здесь. Нам куда? Нам надо найти лучших избранных. Как же далеко, сука, за ними идти? Один избранный лучше вот тут. Ну хорошо, я чувствую, мы всю эту серию опять пройдем тупо, блядь, до избранного. Ну ладно, пойдем. Так, а тут у нас что такое? Кошелек какой-то? А, нет, это проход. Это проход. Тут мы уже были. Тут нам делать нехуй. Бежали назад. Чувак, пошли со мной. Не хочешь, как хочешь. Какой-то китайский ресторан. Загрузка. Курица с сиськами продолжает нам загружать экран, а курица с сиськами просто молодец. Цыплята, по-моему, едят пшено. Хотя из таких сисек, возможно, пшено и вылетает на самом деле. Долго грузиться ты будешь, нет? Чувак, ты что заплакал-то? Нет! Не плачь, дружище. Мы же тебя любим. Мы все тебя любим, друган, не плачь. Не плачь, не вызывай у меня такие плохие эмоции с утра, чувак. Не плачь, весь день будет испорчен. Сука, грузись быстрее давай, как бы, да? Goddamn kids. Чё ты сейчас сказал про детей? Не понял я. Чё сказал про детей? О-о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 ! Чувак, стой! Стой! Ты куда, блядь? Ты друг мой? Или не друг? Это ты плакал? Не хочет. Так, чувак, с тобой можно поговорить? Нет, нельзя, ты представляешь, какой-то неразговорчивый мужчина залип против телефон. А, привет. Oh, what sad times these are when the nation's youth run around in dungeon clothes playing the games of Satan. Young man, if you really want power, there's only one thing you must do. Find Jesus. Find him, and when you do, return to me. Чувак, Иисуса ищут хуеву тучу лет, хуева куча народу, понимаешь, и еще никому не удалось его найти. Ты ёбнутый в конец, что ли, нет? Ты что за хуйню мне тут начинаешь говорить? Какой еще в пизду Иисус? Чувак, блядь, одумайся, ты же поп. Ты не должен людям врать. Он же поп. У него... Чё сказал ща? Чё ты сказал, блядь? Я новичок. Я здесь самый главный вообще. Give it back! Why don't you make us? That's my Justin Bieber toy. Not anymore, it's not. Oh, игрушечный Джастин Бибер. Так, ну-ка, проститутки отдали девки. Ебёт тебя. Чего? Чё ты сказал, шалашня? Ты еще даже хуйца ни разу не нюхал, а уже выебаешься, дура. Так, давайте-ка валить ее. Они какие-то агрессивно настроены. Давайте сразу вальнем ту самую дальнюю. Она заебала меня. Опа! Блять, я нажал на X, что за хуйня? Ну ладно, хуй с тобой. Сейчас я дам вам там всем просраться-то. На-ка! На, блять! А? Не ожидали? Что я начну попадать-то наконец-то. Начну попадать наконец-то, когда у меня молоток-то загорится. Давай, руки прочь. Броневая. Чё броневая? Так, хорошо, жарим первую, жарим в кепочке. Она меня всех больше выносит. Давай.
Дыхание дракона, получи, тварь! Получи, тварь, получи! Девочка, задира. Родом из сортира, я тебе ебальнички поломаю сейчас, задира. Так, ОС у этого кончилось, будем молотом бить. Будем бить молотом. Вот эту будем бить. На! До свидания. Оп, блядь, не успел, не успел, не успел! О, блядь, опять не успел. А, он умирает, он умирает, он умирает. Так, лук отстойности. Лук отстойности, бьем он ту бабу, потому что это сгорит на следующем ходу, я так чую. Давай. На! До свидания, девочка. А теперь и ты. На! О, бой, о, бой! О, бой, о, бой! Ура! А, да, я люблю просто пиздить их. Почему-то эта девочка очень похожа на мальчика. Ну как бы ни странно, мальчик Джастин Бибер, ну все это все. Так, говори со мной. Да, как бы, когда вырастешь, что ли, или что имеется в виду? Как бы вырастешь, приходи, наверное, мы будем самые классные. Хватит, блядь, сидеть в своих телефонах. Чего, ау? Ау, ау, хуяу. Так, там какой-то чемодан лежал, я видел. По дорожке, если мы пойдем, мы наверняка до него добежим. А, вот еще, смотри. Приныкали, ты посмотри, какие собачки. Все, у нас приныкали. Ну-ка, нахуй. О, святой чемодан. Грим грязный, гнездо птицы и деньги. Вот это неплохая находочка. Грязный грим, гнездо птицы наружу, блядь. Это вообще просто охеренно будет. Чувак, оставь покурить. 48, половинку просим. Чувак, покурим, а? Жлоб, блядь, ебаный. Хорошо, ой, Сити Холл, подожди, мы не зашли в Сити Холл. Здесь же можно зайти в него по любасу. Опа. Зачастую можно нокаутировать врагов еще до начала битвы, используя... А, это мэрия. Сити Холл это мэрия. Действительно, как я мог забыть перевод этого слова? Нам, естественно, все надо воровать. Первым делом в мэрии все воруют. Как только человек попадает в мэрию, он начинает воровать. Собственно, меня настиг тот же синдром. А, привет. Hey, kid. Maybe you can help us with something. All these homeless people in South Park are making us look like a cold and heartless town. Из-за бомжей? If you could go and beat the crap out of all the bums and vagrants, they'll leave town, and it'll restore South Park's reputation as a compassionate community. You gotta get every single one of those bastards, okay? Chop chop. Ты ёбнутая мать, ты чё творишь? Она ребенку предлагает пойти отмудохать бомжей. Ты вообще ебанутая, что ли? А если они меня съедят? Ты знаешь, что бомжи вечно голодные, они возьмут меня и съедят. Опа, что-то заметил, смотри, гнездо заметил. Опа, не надо нахуй без моего ведома тут строить. Я не видел вашей заявки на построение гнезда. Тут у нас что, можно что сломать? О, что-то можно нажать. Так, мать, стой, подожди, ты куда? А, это ты, я тебя уже видел. Monster Mash, City Sushi, Brush, 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 who is the cool missing? Have you seen this Mexican? Так, хорошо. Отзывается на Мантикилла, нам надо найти Мантикиллу по-любому. Stand up for your rights, stand grounds, бои, гонки на тележках. Ну хорошо, так, еще какая-то группа к нам приезжает. Это мы все в любом случае посетим, потому что игрушечка у нас надолго, судя по всему, и мы все это успеем пройти. Простые работяги. Так, чувак, ты что там застыл? У него как далеко не стреляет. Вообще ни на что не реагирует. This here is the marketplace. This is where heroes can come for adventuring gear, nose jabs and abortions. Да? Здесь рынок? Вы мне, кстати, писали, что можно все продавать. Сейчас продадим. Пойдем продавать. Он закрыт. Чувак, открой магазин. Открой магазин, говорю. Ну как бы да. Как бы мы собирались поразвлечься, он сломать гнездо. Нас никуда не пускают с тобой, дружище. О, смотри-ка, что я нашел. Отлично. Можем туда пройти. За дом, за дом, за дом, за дом. Задом, задом зайдем и спиздим сумку. Что у нас полезного? Рэперская борода, нихуя себе. По-моему, рэперская борода выглядит совсем по-другому. Ну да ладно, не будем сильно приставать к переводчикам. Ой, денежки. Вот это неплохо. Почта. Почта, это хорошо. Мне скоро должен прийти поп-фильтр, чтобы вы не слышали таких пердежей. Так, я вижу открытый ящик. Это уже хорошо. Опа. Что-то еще полезного. С кем можно поговорить? Так, девочка, привет. Мне нужно с тобой поговорить. Chat, ты знаешь, что случилось с прошлой бабой, которая так сказала? Ты знаешь, ты слышал эту страшную историю, когда страница из Фейсбука просто была выдрана нахуй, потом засунута ей в жопу, подожжена и засунута обратно? Набирай. facebook.com/ёбнутая пидовка, сука, сдохни!
Ненавижу вас, проституток. Так, что тут еще полезного? Опа, коробушечка. Ничего хорошего в ней нет. Что тут? Что тут? А, ячейка. Так, нужен ключ. Опа, открытая ячейка. А вот так вот, ключ от пресс-центра. Ключ от пресс-центра. Что такое пресс-центр? Пресс-центр — это там, где дают интервью всякие упыри. Я правильно понимаю? Но это явно не пресс-центр. Так, здесь еще что можно украсть? Сюда можно пройти. Смотри, как классно. Все разворуем. Они вообще ни зачем не следят. У них заходят маленькие люди. Так, там какой-то ящик болтается. Что это? Посылка мистера мазохиста. А, ну, как бы я даже представляю, что там в этой посылке, судя по ее форме. Доставить посылку мистера мазохиста. Кому? Мистеру мазохисту? Без проблем. Теперь нам еще и мистера мазохиста надо будет искать. Ну, просто охуеть. Бабуля, чё ждёшь? Ну, да. I know everyone thinks their child is special, but I really think he is. Да, что ты мне пиздишь, наверное. Сейчас, секундочку, ребятушки, секундочку одну. Сейчас я прям вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас. Опа, а теперь можно. Так. Have you met my daughter Henrietta? She thinks she's a vampire, but I'm sure it's just a phase. Нет, не та взросление, она просто ёбнутая у тебя, смирись с этим. Почему нас никуда не пускают? Что за хуйня? 228, 227, не то немножко. Вообще беспредельщик. Так, где бомжит у нас находится? Почему здесь никуда не... Оп, что-то можно было нажать. А, закрыто. Не выебайся. Ой, как ты долго до тебя доходит. Как же они иногда классно кричат. Че, ты сам с собой разговариваешь, чувак? Говори со мной. Have you seen my hat? Шапку твою, естественно, видели. Доступно особое умение, наконец-то! Быстрее, 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 новые друзья! Быстрее, где мои умения, умения мои? Вот они, способности особые. Так, что у нас еще? Давайте, давайте, срочненько, 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 что-нибудь попутного себе найдем. Воскрешающие эликсиры, максимальный запас очков, атаки оружием ближнего боя на су. Вот это по-любому надо. Нет, ну вот это по-любому надо ближним оружием. У меня там друган бьет нормально. Возьмем его. Здесь надо уже зайти. Вох, Томс. Я не успел прочитать то, что там написано. Кто тебе сломал нос, чувак? Скажи мне, я ему отомщу. Кто сломал тебе нос, говори. Не хочешь со мной разговаривать. Да, ты правильно все ему советуешь. Шнобель у него немножко не в порядке. Это мы все поломаем ему. Опа, треснувшая лампочка. Вот это неплохо. Это, кстати, очень полезная хуйня, скорее всего. Ключ от офиса. От какого офиса? От какого офиса? Привет! Hello! Are you interested in some rhinoplasty? Here's a brochure with all of Dr. Tom's rates. Что? Купить, продать аксессуары. Не, мне надо продать. Имидж. Имидж я буду продавать. Это мне не надо, это мне не надо, это мне не надо, не надо, не надо, не надо. Да я все продам, нахуй мне тут вообще, я оставлю только себе грязный грим. Остальное мне нахуй не надо. Ну, еще можно оставить очки инопланетянина, но нет. У меня много, много будет этих. Оружие на ремнях. Наклейка череп, это не надо. Нашивки для костюмов. Нашивка призрак. А что еще снаряжение можно продать? Венец друида. Цацки. Нет, цацки мы пока оставим, возможно. А это вообще, я так понимаю, не нужны эти, да? Я даже как бы это немножко там это... По нынешним реям, вероятно, стоит больше, чем ночь с настоящим Антонио Бандерасом. Ебать его в рот, а. Ну давайте я все это продам, короче. Они, я так понимаю, нахуй не нужны. Лобковые волоса. Все продам, нахуй. А как продать оптом? Во. Вы же мне писали, что все это можно продавать, поэтому я все это продаю. И у меня теперь 94 бакса на покупку всяких этих охуенных приколюшек. Оп, тут еще и деньги есть. Тут еще и ящик есть. Опа! Макияж, блядь, опять надо продавать. А сюда меня не хотят пускать. Ну да ладно.
Здесь мы немножко поживились деньгами, так сказать. Ну как немножко, мы в два раза подняли капитал. Чувак, тебе надо найти шапку, это я помню. Смотри-ка нахуй. Эй, друганы, здорово. Как бы пойдем, я вам наебашу сейчас немножечко. Спускайся. Они не хотят со мной драться, смотри, собаки какие. Это нам надо туда пройти. Так, привет, подруга. Разговаривай со мной. Что это за чудовище? Я маг, я спаситель человечества, если чё. Она меня не знает. А я на самом деле маг, Терренс и Филипп. Этих я знаю, этих я помню. Из мультика еще. Мультик я смотрел. Привет. Кто последний? Our mission is to be the bank of shoes. Full service bank. Checking, if you ever want some work done on your nose, see Dr. Tom. He's the best. Чё, блядь, вам всем не нравится мой нос, я не пойму. У меня самый классный нос, которого вообще нет. Нихуя он творит, это, говорит, ограбление, всем лежать, блядь. Это ограбление, лежать тебе сказали, слышь, чё? А чё будет, если я инвестирую? Мне что-то потом придет. Давай попробуем. Это да. Чё ты, блядь, сейчас сказал? Ты можешь с детьми по-русски разговаривать. Опа. Штука, куда ты меня привел, дурак, и дебилы какие-то. Откройте ящик. Привел меня, блядь, вклады делать. Наверное, вся игра на это построена, что нам надо в конце концов у нас все деньги отнять этими пидорасами. Так, ой, смотрите-ка, это ничего. Должна была бумажка выпасть, что за херня? Тут опять построил снеговика. Не понял я этого прикола. Но нам надо взять сумку. Опа. Тарарара. Так, ну денег у нас уже до хера. Нам бы попасть в какой-нибудь магазин оружия. Или уровень бы хотя бы себе поднять немножко, чтобы пользоваться другим оружием. Но здесь больше ничего нет. Ну хорошо, пойдем дальше. Денежки. Эй, где мои денежки? Хуй ты меня косишься, дурак, блядь, не смотри на меня так. Девочка спряталась, ты посмотри на нее, девочка спряталась. Бабуля, закурить есть? Я вообще никогда в жизни. Так, привет, чуваки, будем драться. Вот и все, собственно. Сейчас я вам покажу, как филигранно я научился драться. Ебать, у тебя мотыга, слышь, что? Не-не-не. Чувак, у него мотыга, надо быть осторожнее просто быть. Надо его сразу поджечь, чтобы он не выебался. Нет, ремонт не мешкам, его надо ебануть. Come on! Давай. На! Вот так посиди пока, не дергайся. А я пока второго ебану. Второго чем ебануть? Молот правосудия в ближнем бою. Крушит всех врагов, колонии травмира противника, прыгает в шок. Да, второго. А, туда нельзя достать, ты посмотри. Да как так-то? Ладно, хорошо. Тогда придется дать молотком этому поеб... А если я дам молотком поебальничку, то он проснется же? Ну да ладно, попробуем. На! 139 или 1.39. Он до сих пор в шоке. А он не сможет оттуда вы... Блять, может! 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 Он может оттуда вылезти, я не думал. Так, ну хорошо, придется его луком от стоимости покарать. Немножечко. Чувак, ты не на того нарвался, понял? На нахуй! 35, ты не ожидал? Так, молот Баттерса, продолжаем испиздивать этого изнемогающего пацана, который ничего не может сделать. На! До свидания. Ага, обоссался, смотри, обоссался. Струханул, сучонок. Опа, опа. Блять, как он нарезает, только так. А теперь я его поджарю. Вот теперь я его поджарю. Поехали. Ни о чем. Ни о чем. Эти противники просто ни о чем. Мы их испиздили. Опа, отлично. Опа, have you tried Tweet отлично. Brothers coffee? It's terrible, but for some reason I can't stop drinking it. We must get back to the quest at hand, my lord. Но вообще-то все сходится, чувак. Нам и надо в кофейню Стиков, потому что там нас... Или как их, Твиков, блядь, называют. Потому что нам надо как раз там забрать одного из двух чуваков. Точнее, из трех. Привет, девочка. Чё тут палишь? Let's just keep this between us, okay? Because we're such good friends. Окей, ладно! Hey, how was your weekend? That's so great. Это так было заебись, да-да-да. Именно так все и было. Ебанутая баба. Так, фото Джодо. Погнали, погнали фотографироваться фото Джодо. Нам сейчас сделают охуенный фотоколлаж. Трипод. 2000 SE. Ну, просто охуеть. Манон. Ну, заебись такие, да. Кодиак фото. Вы все узнали эти фирмы наверняка, потому что платить
За использование торговых марок в своей игре никто не собирается, это само собой. Hey, you're pretty good looking, kid. You ever think about modeling? Hey, you're pretty good looking, kid. You никому больше так не говори, потому что если кто-то услышит это из взрослых, то тебя долго посадят. Долго посадят. Тебя быстро посадят, блядь, надолго. Вот, поехали. Тут еще и закрыт. Ты посмотри, нах, какая собака. Ёбаный в рот. Ты, говорит, очень симпатичный, малыш. Не хочешь? Не хочешь? Хочешь. Он имел именно это в виду. Он хотел что-то со мной сделать, пидорас. Тут можно, смотрите, заходить, выходить, заходить, выходить, на этом деньги варить. Вообще нормально. А вон сумка сверху. Как ее сбить? Сумка, слети. Нет, не хочет. Значит, надо как-то наверх пробраться из этого магазина, и тогда все будет нормально. Тру-ру! Еще один. Еще один флажок быстрого перемещения. Это теперь все. Теперь все охуенно. Мы пробрались в кофейню братьев Твик, а теперь мы идем за нашим друганом. Дайте пройти. Привет. У тебя ничего нет? Стой, помалкивай, я не буду с тобой разговаривать. Кто? I've detected some very strange activity in this area. Да? I believe we are dealing with Man-Bear Pig. Yes, the Man-Bear Pig. Чел, медведосвин. But I need help. Take these and place them in the location specified on the Man-Bear map, Pig. And now I'm going to make you my friend on Facebook. This is very prestigious. You have my email now, but don't give it out to anybody. I'm super serial. Hurry! We must know if Man-Bear Pig is here or not. Сука. Чел медос... Чел медведо... Блядь, чел медведосвин, как это вообще можно выиграть? Чувак, ты ебнутый, что ли, на всю голову, я не пойму. Как тебе в голову все это прилезло-то? Дуралей. Так, привет, женщина. Чё ты тут стоишь? Нет? Она не хочет со мной разговаривать. Ой, Джигимона нашел. Нахуй. Как его взять? Тут есть бесплатный Wi-Fi, это охуенно. Есть у кого-нибудь телефон с Wi-Fi? У меня, кстати, есть. У меня есть телефон. Welcome to Tweet Coffee. Coffee made with ingredients supplied by local organic suppliers. It's local coffee, brewed locally. Tweak? Tweak? Have you picked up the fresh local ingredients? Not yet, Dad. I'm still trying to do all my chores. Well, hurry up, son. The family business is relying on you. Продолжаем. Собственно, наш главный герой, один из главных героев. Привет. Hello there. If you're looking for Tweak, he's in the back room, unattended. Ищу именно его. Unattended, like a pristine meadow known only for the wild horses that graze there. Would you like to try some coffee? It's... Нахуй мне не надо твой кофе, чувак. Я не голоден. У меня кофе есть. Зачем мне, блядь? Вот бесплатный кофеёк. Привет, you should try some coffee. It gives you that edge you need to stay focused at school. Опа, новое сообщение от офицера. Это очень верно, очень важно. Дорогой дневник, сегодня я подружился с новеньким. Он очень хороший. Надеюсь, я ему нравлюсь тоже. Ну, а хули? Ну, как бы, не я это говорил. Я никому не говорил, что офицеры тупые. Эта игра так говорит. Я тут вообще ни при чем, ребят. Никогда в жизни от меня не слышали, что мусора тупые. Привет, Твик! Ты мне очень нужен. How am I supposed to do all of this? There's no way, man. Starbucks has like 8 employees. Here it's just me. Чувак, все на тебе, все на тебе. Я так тебя понимаю. Ты нам нужен. What's this? Now? The guy's need me now? Oh, there's no way, man. Да ты че? Дурак, что ли? Бросай все нахуй. Бросай! Бросайся! Could you go get the 4 o'clock delivery for me? If you do, I can finish here and then I'll still have time to play. Please, would you? It's at Kenny's house, like always. You give them this, they'll give you the delivery. Блять. Почему more coffee. Need more coffee. Да ты наркоман, чувак, ты наркоман. Блять, он послал меня выполнять его задание. Почему? Я главный герой этой игры. Почему я должен выполнять задание за всех? Чего тут можно сломать? Даже нихуя нет. Что это, блядь, такое? А нет, здесь есть ящик. Я вас обманул, здесь есть ящик. Он еще закрыт на замок, ты представляешь, нет? В этом кофейном магазинчике мы с вами не поняли,
и не сделали абсолютно нихуя, кроме как взяли какую-то гнилушную квитанцию, которую теперь надо нести принцессе Кенни. Ну просто охуеть. Ну просто, просто. Так, горячий кофе. Иди домой к Кенни, спроси его маму о доставке сырья для гиперактива. Ну хорошо, я понял. Челмеда свин. Прикрепи сенсор Челмеда 2 до свина к трансформатору, к шкале пожароопасности, к флюгеру. Найди все разбитые лагеря бездомных в Южном парке от мудох этих жителей. Найди Иисуса, блядь. А эти задания отмечены как-то на карте? Я не знаю, так же непонятно будет. А, вот, это что такое? Челмеда свин. Созови лучших. Все задания у нас отражаются на карте, это на самом деле просто охуенно, на самом деле. На самом деле, на самом деле. Сколько раз я еще скажу слово «на самом деле», а? Ну, на самом деле, ребят. На самом-то деле, а? Денежки мы собираем. Изучая карту в данный момент, я понял, что ближайшее место, куда мы сможем попасть, это дом мистера мазохиста. Опа! А вот и бомжи, нахуй! А вот вы и попались, блять! А вот вы и все! Сука! Мне вас надо побить! Мне побить вас надо, понимаешь? Hey! Чего? Давай, вставай, сука ленивая! Вставай! What что? Что я сделал? Ты бомжуешь? Ты бомжуешь? I'll give you a good price. Давай. Купить. А, у него что-то купить. Бандана. Атаки оружием ближнего боя наносят больше урона. Минус 5% урона при блокировке. Давай вот это куплю. Это пригодится мне. Потребляем вещества оружия на ремнях. 5 тошнотного урона. Зубочистка. Не то. Да какая-то хуйня у тебя, чувак. Хуйня какая-то. Вставай, мне нужно тебя прогнать. Как это некрасиво. Пошел к ты нахуй, как красиво. Куда мы идем-то вообще? Зачем нам это надо? Я что-то немножко не пойму. Мы вообще куда, зачем? Здесь не пройти, судя по всему. Нам надо попасть к мистеру извращенцу. Ой, к мистеру извращенцу. Как его там зовут? К мистеру мазохисту. Мышка! Сука, на! Ах, я меткий стрелок какой, да? Прям с одного раза попал. С первого раза залепил мышки как следует. Так, карта. Где у нас карта? Карта, мы где? А, нам вот туда надо пройти. Все, хорошо, понял. Здесь у нас тупик, здесь опасность. Сюда нас пока не пускают. По сценарию мы еще маловаты. Яйки, так сказать, не подросли для этого. Оп! Отлично. Гаражик открытый. Это я вижу. Откройся. Почему ты не открываешься, друган? Что за хуйня? Мистер мазохист, я принес вам вашу посылку. Открывайте, пожалуйста. Мистер. Ёб твою мать. Чувак, я посылку тебе принес. Посылку. Он, блядь, не хочет принимать ее. Он не хочет принимать свою посылку, долбоёб. Ну почему? А, это не его дом. Тут два соседа, два друга, блядь, мазохист и извращенец. Ну ёбаный же в рот. Это ж надо в таком районе жить, но это, я не знаю, опасно. Опасно немножечко. Чувак, привет. Thanks, kid. My night is looking a whole lot better now. Here, if you ever need my help, use this. I can't help with any tough fights, though. I don't want to get a fissure. Come back and find me if you want to call me again, but give it a day. I go to a lot of parties. Теперь у тебя есть доступ к предмету, который позволяет вызывать подмогу в бою. Вызов подмоги — это мощная способность, которая поможет уничтожить всех врагов в битве. Предмет для вызова используется только один раз. Тем не менее, что-то кто дал... Блять, не успел прочитать. Так, ну я так понимаю, мы можем теперь вызывать к себе на помощь мазохиста? Но это лучший подарок, чувак. Это просто охуенно на самом деле. Мы с вами доставили ему всего лишь посылку, а он нам дал свою помощь. Он просто, он самый лучший, он самый хороший, он просто молодец. Он не воспользовался нашими услугами за просто так. Он дал нам помощь, он сказал, что я приду, чувак, приду к тебе на помощь и отмудохаю всех, кого ты пожелаешь. Причем отмудохаю от слова муда, а не мудохать. Потому что он же мазохист. MSBGA. Ну, в обычной спаленке, блять, в других спальнях были гораздо... Опа. В других спальнях было все гораздо интереснее, а в этой спальне как бы ничего особого-то нет. Ну, он, я вижу смазку, ну и что в этом такого? Он же извращенец чутка.
он фотографируется с какими-то ебаными страшными людьми. Время 12, пора вставать. Ну, я ожидал от этой спальни немножечко побольше, да повеселее, и она оказалась обычной дерьмовой спальней. Ну и ладно. Спасибо тебе, мазохист, я как-нибудь тебя вызову в какой-нибудь бой. А не в какой-нибудь, а в ближайший, если уж на то пошло. Тем более, что он сказал, если опять понадобится помощь, приходи ко мне. Ну, собственно, мы вызовем, посмотрим, что из этого будет. Если это что-то пиздатое, то мы вызовем его еще раз. А, блядь, это... Я думал, это аквариум с мужиком, а это картина, ты представляешь? Гей-волк, охуенно. Так, ну что, здесь нет ничего, ну хорошо. Ну, ебануться, просто ебануться. Трусы, узкие труханы. Опа. А что это, надо тут надо по заданию добыть? Это городская свалка. А, нет, детская площадка школьная. Понятно. Все понял. Поехали. Опа! Ничего нету. Опа, тут что-то есть. Фонтанчик. Смотрите-ка, рабочий... Блядь! Ты чё меня как пугаешь, шмара, блядь, своим здоровым рыжим, блядь, затылком. Ненавижу тебя. Чё у нас есть? Кто захочет жить в грязной вонючей Сомали, бля? Ой, извини, я думал, не надо с тобой драться. Ой, бить детей? Бить детей? Да вы издеваетесь, я не хочу бить детей. Я не хотел бить детей, ребят, ну серьезно. Но они сами нарвались. Нет, подожди, какой молот? Нам нужен с тобой суперспособность твоя, вот эта вот. Будем молотом бурь ебашить. На! Чутка, ребятки, вам досталось. Блять, они какие-то сильные. Они сильнее, блять, чем ебаные лесные эльфы. Ты посмотри, они вообще беспредельщики. Хорошо, хоть я блок успел нажимать. Так, ну ладно, тогда придется кого-то поджигать. Естественно, придется поджигать первого вот этого. Потому что он какой-то борзый, блядь. На! До свидания. Почему? Может быть, потому что ты довоебался? Других-то вообще нету здесь никаких. Кого ёбнем? Вот этого ёбнем, у него жизни поменьше. На! Блядь, он еще жив, ты посмотри, он еще жив. Опа! Вали ее, вали! Блядь, не успел! Контратака не прошла. Ты вообще ни о чем. Не-не-не, все правильно, чувак, ты говоришь, все правильно, что такое? Подмога. Не, рано пока, они уже умерли. Я подмогу потом вызову. Так, вот эту валим. Поехали. Какая мощная у меня дыхалка от дракона, ты посмотри, она просто выхлестывает только так. Ну тебе пиздец, чувак. На! До свидания. Как вы видите... К 18 серии Саус Парка я уже научился драться. Это классно. А уровень до сих пор у меня второй. Что за хуйня, блядь? Что такое вообще? Мне когда-нибудь дадут вообще большой уровень, чтобы я мог там это... Всякие приколюшки на себя надевать там. Бороду ублюдка. Мантию мага или еще что-нибудь. Оп, ящик. Хорошо, спрятанный ящик. На лесенку полезем, там тоже что-нибудь спрятано. Ай-яй, капитан! Ну, как бы залезь. Ну, я же говорю, тут что-то спрятано. Грим-череп, нихуя себе. Нихуя себе. Ой, не ту кнопку нажал. Грим-череп, где быстрее, 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 быстрее. Здравствуй, мой юный друг. Это Эл Гор. Я здесь на большой аватарке. Я разговариваю с тобой сейчас. Мне похуй, чувак. Грим. А где грим-то мой? О! Ой. Ой. Я буду с гримом черепа. Это просто охуенно. Да посмотри. Я просто убийца. Я страшный. Привет, а? Это брат какого-то чувака, я помню. I am the Pirate King. Да, чувак, возьми меня в свою банду. Йо-хо-хо, и бутылку молочка, возьми. Возьми, чувак. Он не хочет меня брать. Не хочет со мной играть, я избил его пиратов. Ну есть... Опа, агент Смит. Здравствуй, чего ты прячешься? Уф. Come play hide and seek with us, you're it. Ай-яй-яй, блядь, ай-яй-яй-яй, прятки. Что делать-то? Эй, делать что надо? Ну, я понял, что задание прятки, а что они дают-то нам? Прятки. Обыщи город, чтобы найти прячущихся детей. Ой, да это вообще ни о чем, естественно. Я вас всех найду, блядь. Всех найду вас, ребятки, всех.
Фонтанчик, бесполезное создание, фонтанчик. Он для чего вообще? Так, ну вот один ребенок сидит. Ты прячешься? Нет? Блять, опять эта тупая пизда, она повсюду. Заткнись! Дам тебя странный, на себя посмотри. Сидишь, блять, белым мелком на асфальте радугу рисуешь. Додумалась. Катман мотнул тебя в унитаз. Опа, девчонки. Почему у вас закрыто? Я хотел к вам попасть. Опа, что-то выпало. Что-то выпало полезного для меня. Хорошо, смятая бумага, фонтанчик. Мы ищем детей, ребятки. Ищем, с вами внимательно смотрим, потому что дети, они маленькие. Их хуй найдешь. Они могут прятаться абсолютно везде. А мы тем временем покидаем школьную площадку. Подходим к флажку. Нажимаем на «Сохранить игру». Отделение полиции, сохраняем ее. И ссылка на плейлист сверху в аннотациях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте. И твиттер есть у меня еще. До встречи в следующих сериях, мои маленькие юные маги, воины, евреи. Не, евреи нахуй. Все, ребятушки, всем пока. Нихуя тебе!